Очередной гуманитарный конвой отправился в зону проведения специальной военной операции. Груз собирали члены регионального отделения партии «Справедливая Россия», волонтеры благотворительного фонда «Содействие», помогали и неравнодушные ульяновцы. Мы это делаем для нашей победы, для того, чтобы нашим ребятам, которые воюют в зоне СВО, было немного легче, немного они ощутили более большую поддержку от регионов и от нас в том числе. Я думаю, это очень важно, чтобы они понимали, что они не брошены, что они нужны, что страна и регион за них очень переживает. Груз формировался по заявкам командиров частей. Отправили все самое необходимое. Продукты питания, воду, строительные материалы, бензопилы, колеса для грузовых автомобилей, маскировочные сети. Кроме того, бойцам передадут два автомобиля – УАЗ и Нива. Оба транспортных средства прошли техническое обслуживание и готовы к эксплуатации. Мы сами неоднократно были в зоне действия специальной военной операции. Последняя поездка состоялась непосредственно наша в июне. Отвозили нашим мобилизованным баню, мобильную баню. Они очень ее просили. То есть сами все видели своими глазами и считаем своим долгом сегодня помогать всеми возможными усилиями и приближать победу. С начала проведения СВО подобные грузы от ульяновцев отправляются ежемесячно. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.